Всем привет, с вами я, Олег, и Бананчик. Привет! И сегодня мы играем в Майнкрафт на сервере Red Server. Red Server же он называется? Да, какая версия? Играем мы на самой старой версии. 1.4.7, короче. Но это не важно. Мы уже тут немножечко так раскачались за сегодняшний день. Вот что у нас получилось. Дом, фермы, все такое. Это сервер, где есть такие моды, как под названием... Все я моды не скажу. Вот я просто их на видео я вам показал, какие тут моды. Что я их все называть не буду. Ну вот. Что мы сейчас будем делать? А? Ага. Загон. Ты чё одну курицу оставил? Ну убей. Ты куда других дел? Кого я? Никого не трогал. Они все сами передохли. Как вы помните, у нас был с Мишей цикл тоже на сервере Minecraft под названием Wildland, но мы его с Михой забросили, потому что тот сервер тоже забросили. И поэтому мы... Ну, я перешел на этот. Я не знаю, может быть, тоже с Михой вместе будем играть. Посмотрим. Так, а, точно, я же хотел этот... место для чтобы киви посадить. Так, топор есть, топор в руки. Вот смотри, вот видишь, я, например, заборчик поставил, через него же нельзя никак пройти. А я возьму и перелезу. Оба. Этот мод не знаю. А? Это ж мод этот, который позволяет bananas. Hey, she's from the picture. Girls are flashing the cameras.
Я такой мимо этого прохожу и прям увидел, как это... Как такая маленькая курица превращается в жирную курицу. But it's all worth it if you're gonna take the time to get to know me. And maybe we can. Yeah, yeah. Sit in the shade, sweet lemonade. But all the questions why you're leaning on me. You're the only one that knows if you're doing it right. If you run to the critics, it'll ruin your life. So we're like, And I don't care if you're totally straight. I don't care if you're totally gay. Whoever you are, whatever you are, however clever, sex, crazy, don't forget who you are. Come on, cuz our love's like spray paint on the wall. Taking up the sky and it won't come off. In your past now, you should know we're gonna have your back now. It's so all love. Вот портал, ладно, готов. Значит, так. Погоди, сначала не будем заходить сейчас. Надо туда идти без вещей. А, иди ты, у тебя это... Уровень маленький. Тебе, если сдохнуть, то не страшно. Давай. О. Что, нормально? Охренеть. Нормально?
Да, нормально. Жди меня там тогда. Так, ты чё, где? А вот ты, я здесь. Сейчас, погоди, я маркер поставлю. Здесь просто всё разгромлено. А вон там что-то стоят. Аккуратно. Это... Не упади там. Я нашёл кое-что. Овца запривачена. Тут весь ад запривачен. Ёбаш. Разве ад нормально? Он там даже дома построены, прикинь. Именно вон там что-то генераторы какие-то. Просто висят, просто задницу весь усрали. Ух ты! Чё? Здесь есть этот адская херня. Это... Кто? Земля, что ли? Нет, как она называется-то? Крепость. Где? Вон столбы от крепости стоят. Ну, только она уже вся расхерачена. И в ней толком-то ничего уже нету, кроме кирпич, адского кирпича. О, я песок душ подобываю. Понадобится, может быть. Ты ведра с собой брал? Зря. Да, чё можем гонять туда-сюда? Быстро. Ты главное в лаву не упади, у тебя вон какой уровень большой. Это заплевачек. Капец, блин. Вот что значит играть на серверах. С приватом. Так, если это заплевачено, значит где-то наверху дом стоит. Так, аккуратно. А, понятно, что тут нет. Короче, ты где? Дома. Я тоже сейчас дома пойду. О! Хрена себе их как много. Конечно, там их вообще дофига. 10 штук. Блин, курицы сами дохнут. Из-за чего? Просто. Куриц почему-то меньше, все меньше становится. Так. Чё? Возьми там лавы загреби. Чё-то мне кажется, что этот портал меня сейчас приведет в другое место. Да. Знаешь, я сейчас где? Где? Я сейчас совсем у другого чувака. Потому что это портал делал. Короче, мы в его портале. Когда мы построили свой портал, мы оказались в его портале. Потому что там симметрия этих. Хрена тени. Блин, не открывается. Ну. Так, американский. Пойду лаву. Ты взял с собой ведра? Стой, ты где, стой на месте. Я в аду. Стой на месте возле портала? Вон вниз посмотри. Ты... А, вот, слышь, на тебе еще два ведра нагреби. Как раз нам еще 4 надо этих. На, вот. Опасно.
Ух ты. Так, а как мне вниз-то спуститься так потихонечку? Так, вроде нашел, только у меня вопрос, выберусь ли я. Так. А, вообще ништяк. Прям лава. Так. Ну-ка, здесь так поканает. Ух ты. А я чё, прям из ада могу, что ли, вернуться? Ну, оказывается, сейчас можно. Давай, заливай. Сейчас попробую это сделать. Бесконечный источник этого. Лавы. Ты идиот, что делаешь? Залей лучше в воду. Ты сейчас, погоди. Если в лаву воду залить, то получится уже другое. Получится камень. Нифига подобного. Ну залив. Чё? Вода пропала. Идиот. Чё за бред? Ты воду сначала налей, потом лаву. Вот я налил воду, а потом лаву, и чё? Ну ладно, да я сломаю, тогда жди, не лень, ничего. Подожди, не лей. Все, лей. Лава-то где? Да потом сделаешь. Все, больше нету лавы. Ну ладно. Там же 4 обсидиана для этого. Даже как-то странно, что нигде нету этого тростника. Ну это же сервер, на нем уже везде тростник просто понадобывали. Куда ты сделал эти дворики эти? У меня вроде лежат. Я их взял. Thank you.
Ты где, кстати? Я вообще поплыл за тростником. А что, запись до сих пор идет, что ли? Надо было уже, наверное, это. Так, кого это мало, плюс то, что я еще вижу скорее. Красавчик ли я, а? Умеешь игру останавливать? Чего? Игру останавливать умеешь? В смысле? Ну вот просто нажать на кнопку, чтобы ты остановился и не двигался. Нет. Нажми на Alt. На Alt? Угу. Ну это не игра останавливается, это просто что-то... Просто что-то багует. Ну,
Как крафтится-то этот собиратель этой резины? Кто? А, ну там, короче, посередине одна. О, посередине все три ставишь. Так, сейчас, погоди. Ну, а из досок. Так, посередине три, ага. Потом наверху одна посередине. Ага. И внизу одна самая первая. Ага. А тебе зачем резин? Да я просто ее собрать хочу. Вот такой звук угарный. Я это дерево, я эти деревья переместить хочу. Нету таких мест, где бы не жили. Да чё, блин, здесь еще этих нету нормальных, как они? Варп. Так, ну думаю, на этом все, наверное. Первая серия об этом Red сервере. Да? Угу. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.